Слушай, некогда культурным центром совхоза «Кряж», клуб «Русь» превратился в пристанище личностей бескультурных. Распитие горячительных напитков, крики, драки, а порой и пожары – обязательные ежевечерние программы. Хотя раньше здесь проводили съезды областного масштаба, а для жителей выступали даже иностранные артисты. А здесь столько кружков было. Такой клуб, такой зал на 360 мест. Тут и голосование было. Вторая жизнь здесь была в этом клубе. Жители обратились к главе администрации Олегу Фурсову. Либо спасти Дом культуры, либо снести. По поручению главы была проведена экспертиза. О ее результатах доложили на оперативном городском совещании. В связи с тем, что не была выполнена консервация по данному объекту, в настоящее время наблюдается физическое разрушение несущей конструкции. То есть для того, чтобы этот объект эксплуатировать, необходимо детальное обследование техническое, проект сведения несущей конструкции. Сквер скорбящей матери, который примыкает к Дому культуры, уже начали приводить в порядок силами городской администрации. В 2014 году там проходил ремонт, где было приведено в нормальное состояние тротуары из асфальтобетона, борт, газоны, деревья мы еще дополнительно обрезали после встречи с жителями на месте. По мнению главы администрации Олега Фурсова, зеленую территорию необходимо улучшить, чтобы жителям было комфортно проводить здесь время. В парке должны быть и лавочки, должны быть и клумбы цветочные обязательно, чтобы людей создавалось настроение. А то он как входной двор там у вас был, все вытоптанное. Благоустройство внутри дворовых территорий, качество питьевой воды, организация аптечного пункта. Поручения, которые дал глава администрации своим подчиненным после посещения совхоза «Кряж», исполняются в положенные сроки и находятся на личном контроле Олега Фурсова. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.